sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Лицезрейте нашу славную страну, пока еще есть возможность, господа. Не скоро еще получится. Николас Мендоза. Черт, такой, как ты, должен нехило накосячить, чтобы стоять рядом со мной. Может, уберешь пушку, шериф? Пока кто-нибудь из господ не отобрал ее. Люблю смотреть, как грязные копы оказываются в моем автобусе. Это как бы намекает мне, что система работает. Хорошей поездочки, детектив. Отлично, мы на месте. Это недолго. Накроем этих чуваков и сходим перекусить. Ага, да, давай. Тут есть одно кубинское местечко. Кубинское? Черт, Ник, да ты же коп. Можешь позволить себе не только бобы с рисом. Правда? Бобы с рисом. Я сам тебе закажу. Ну, тогда вот что. Место выбираю я, окей? Я обещаю, тебе понравится. Ты кубинскую еду ел? В этот раз будешь за главного, понял? Ходи уверенно, смотри по сторонам. Найдем парня и грохнем их, чтобы даже не задумались пушки доставать. Ладно, делал я уже такое. Но без меня. Ну все, за дело. Давай посуровее там. Полиция! Откройте! Полиция! Никому не дергаться! Руки вверх, чтобы я их видел! Руки вверх, чтобы я их видел! Отойди назад и выходи из-за стола! В дверь постучали. Расслабься, офицер! Ник, давай в наручники их испаливаем. Может, хватит мне в морду светить? Так, руки за голову, медленно повернись. Тихо! Спокойно. Ау! Ты делаешь большую ошибку, брат. Мы теперь все друзья. Повернись, без глупостей. Что за херня вообще? Сам знаешь, херня это все, коп. Я с утра выйду, коп, и ты знаешь это. Да ну, а кокаин говорит это. Иди нахрен! Черт, пушка! А, быстро все идет. Это что было? Ты что, не проверил дверь? Я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить комнату. Ну да, проверили. И какую же херню их тянули? Есть. Ух ты, что там? Кошелек, ID. Узнаешь? Не, все плохо. Плохо это. Некого допрашивать. Эй, надоели эти бургеры уже. Взял кубинскую еду. Кто хочет есть? Эй, не с места! За ним. Черт. Давай, давай! Вон он! Не с места! Руки! Ты делаешь только хуже! А, черт! Стодар, давай вниз! Быстро! Мы погоню отрабатывали? Ага. Соблюдай дистанцию. Не задави никого. Его надо остановить прямо сейчас. Двигаюсь на север по Матео. Набрасываю подкрепление. Поворачиваем с Матео налево, на Крокер. На перекрестке чисто. Ближе! Давай, газ в пол!
стреляй! Дай мне подобраться! Что там, давай! Хранить молчание! Пошел. А, слышал уже такое, да? Напряженного полицейского рейда на гостиницу Овертаун, пятеро подозреваемых погибли и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатай рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Между прочим, я следил за Стоддартом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал. Так что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его кокс для богачей и тех, кто не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. А это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил. Что говорил? Что ты обожаешь. В нашей машине грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на стекло. О, Господи! Эй! Ладно, ладно. Эй, эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто
Вы таких, как извини, я, капиталистами парень, называете. Не на моем дежурстве. Ладно, ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его Карифана Брикса вместе с шайкой Тэпа на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Открывай уже! Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Выдали запретительное предписание. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где... Черт! Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка. Ладно.